И вот оно начнем записывать. Так, и Ну, моя работа называется «Зависимость переходного излучения больших частот от стержневого кристалла». Для начала я хочу сказать несколько общих слов. В данной работе мы рассматриваем излучение как излучение полюсового тока. Вообще полюсовое излучение – это излучение, возникающее при движении заряженной частицы вблизи неоднородной структуры. И под действием собственного поля частицы на этой поверхности возникают полюсационные токи. Это, в свою очередь, приводит к возникновению излучения. И основные типы излучения – это переходное излучение, когда заряженная частица пересекает границу раздела свет. Дифракционное излучение, когда частица движется вблизи поверхности неоднородной. Если частица движется вблизи плоской поверхности, то излучение не возникает, поскольку для возникновения излучения нам нужен импульс, чтобы возникло излучение. Если не будет неоднородности, то не будет выполняться закон сохранения энергии, излучение не возникнет. И третий вид излучения – это излучение Смита-Парсела, когда частица пролетает вблизи какой-либо периодической поверхности, вот как на рисунке, здесь это совокупность стрибов. Далее, как я уже сказала, я буду рассматривать в данной работе переходное излучение. Оно возникает при пересечении заряженной частицы границы раздела свет. И если рассматривать переходное излучение, как оно обычно рассматривается в рамках классической электродинамики, то при сложной форме поверхности возникают обычно вычислительные трудности. Если же использовать метод полюсационных токов, то этих вычислительных трудностей можно избежать. Если рассмотреть область частот, когда частота поля намного больше атомных частот, а длина волны больше размеров атома, то можно использовать метод последовательных приближений по разности единицы минус диэлектрическая проницаемость, поскольку диэлектрическая проницаемость в этой области частот близка к единице. Соответственно, разность будет много меньше единицы, можно пользоваться методом последовательных приближений. И в этом случае мы можем заменить поле заряженной частицы в веществе полем заряженной частицы в вакууме, движущейся по тому же самому закону, что значительно упрощает вычисление. В этой области диэлектрическая проницаемость еще формулы Друда, да, применяется? Ну, вообще, да. Далее. Вообще говоря, переходное излучение от границы раздела мезотропной среды с вакуумом будет зависеть от направления этой среды. И данная задача, от выделенного направления в этой среде, и данная задача нас будет интересовать интенсивность переходного излучения, которое возникает при такой вот конфигурации задачи. Мы рассматриваем переходное излучение от одноосного монокристалла, и этот монокристалл мы рассматриваем в приближении кристалловой оптики, когда позиционную порядочность, когда учитывается только позиционная порядочность, вернее наоборот, когда позиционную порядочность можно пренебречь, учитывается только ориентационная зависимость, соответственно, в данном случае можно записать диэлектрическую проницаемость в приближении кристалловой оптики таким образом. И в области частот больших по сравнению с атомными частотами у нас, как я уже говорила, отличие диэлектрической проницаемости от единицы мало, то есть вот эта вот разность будет много меньше единицы. И данное неравенство нам позволит найти приближенное решение задачи методом непосредственного приближения по этой разности. Далее мы записываем free область плотности поляризационного тока, и он связан с электрическим полем в среде следующим соотношением.
где-то эта функция у нас учитывает ограниченный объем среды. А в линейном приближении по этой разности можно, как я уже сказала, заменить значение электрического поля в среде это самое поле заряда вакуумное, движущееся по тому же самому закону. Вот. Соответственно, переходим к такому выражению, и в изотропной среде Фурьер с плотностью тока имеет вот такой вот вид. Таким образом, мы находим связь Фурьер-образа плотности поляризационного тока, который нам нужно найти, с тем же вот вакуумом, который, собственно, мы вычислили. За это большое отличие, как форма поверхности, да? Это функция как бы задает ограничивающую поверхность. Вы говорите, заменяем полем свободного заряда, просто равномерно движущегося, что ли? Конечно, потому что там первое приближение перенесли на сердцем, грубо говоря. Uh-huh. Нет, но заряд при этом еще равномерно движется. Конечно. Yeah. И мы хотим найти распределение излучения по углам и частотам в вакууме, созданное вот этим поляризационным током. Из вышестоящих выражений следует, что мы можем представить плотность поляризационного тока как сумму перпендикулярных главной оптической оси кристалла, составляющей параллельно. И можно выразить распределение переходного излучения в атмосферном кристалле уже через плотность поляризационного тока в изотропной среде, которую, собственно, довольно просто посчитать. Что позволит определить отношение интенсивности излучения переходного излучения в кристалле и в изотропной среде для сравнения. И непосредственно сама постановка задач, вот эта некая схема, заряд вылетает из кристалла в вакуум под углом, N это нормальной поверхности, Z это ось, до которой движется заряд, и E это направление главной оптической оси. И, соответственно, два угла альфа и кси. И поляризационного тока уже вот конкретно в этой конфигурации имеет вот такой вот вид. И поле, созданное при таком движении частицы, представимо в следующей форме. Мы рассматриваем внутрирелятивистский случай, когда излучение сосредоточено вблизи малых углов тета, вблизи скорости частицы. Соответственно, волновой вектор мы можем представить вот в таком вот виде. И корень из эпсилона, поскольку у нас частота много больше плазменных, можно так вот разложить. Далее проводим интегрирование. И получаем окончательный компонент приема поляризационного тока, пренебрегая поправками выше гамма-минус 2, поскольку это интуитивизм, следующие компоненты плотности тока. И окончательно для распределения излучения мы получаем следующую формулу. Распределение получено в линейном приближении по разности электрической проницаемости обыкновенной и необыкновенной. И рассмотрим, как распределение излучения по вакууме к углам и частотам зависит от угла между направлением движения заряженной частицы и главной осью кристалла, угол альфа. И вылет под углом близким к нормальной поверхности, это некий предельный случай. Получаем следующую формулу, и в случае кубического кристалла получаем известный результат для частиц, вылетающих от перпендикулярной поверхности кристалла. Примерно выше. Ну и еще раз основные моменты, что рассматриваем переходное излучение при вылете от лютийской частицы под произвольным углом к поверхности кристалла. Получено выражение крайней угловой плотности излучения при приближении высоких частот и исследована зависимость полученного распределения излучения в зависимости от направления главной оси кристалла относительно поверхности и от угла вылета относительно нормальной поверхности. А можно на предыдущий, последний слайд еще? Вот специальное угловое распределение, а как оно зависит от частоты? У него, ну вот я вижу там омега в квадрате знаменателя, это... Вы какое имеете в виду? Вот это вот? Ну вот полностью, вот да. Скажем, проинтегрируем его по углам.
Какой будет спектр звучания? Ну, это уже некое отношение. Здесь у них получается вот частотные зависимости в большинстве стран сокращаются. Остается только частотная зависимость вот здесь. И все. Удивление кулон не делал, честно. Ну а если сделать, то у спектра где-то есть максимум, характерные частоты есть или нет? Как бы, какие частоты этой частицы излучаешь основные? Ну, у вас там в самом начале было неравенство, да, для частот, то они больше атомных, намного меньше альфа на МС в квадрате, да? Да? А вот если здесь спектр построить, куда максимум этого спектра попадет? Еще такой общий вопрос. Это, в принципе, переходное излучение, это область, которая очень давно изучается, вот у вас там недаром статья, же это 69-й год. Вот вроде постановка задачи-то очень общая, да? Быстрая частица пролетает через кристалл, наблюдается переходное излучение. Вот в чем новизна этих результатов? Почему они раньше не были получены? Раньше результаты не были получены, потому что это кристалл. Там исследование достаточно сложное, а основное, что не было использовано это приближение, которое здесь есть. То есть вот это основное. А теперь, если я ответил на ваш вопрос, хотел бы впечатление от доклада сказать. Да, да. Ну, вот что, вот, да, весь доклад, а здесь я люди, которые этой задачей никогда не занимались. И хочется, чтобы от доклада у них какие-то мысли все-таки в голове остались. После вашего доклада, в голове остается такие, что там какие-то сложные формулы, них не сдаешь. Все. Больше ничего мысли не будет. Вот такие доклады будут совершенно бесполезны. Почему? Что, какие недостатки? Первое. Основное, это самое, что две вещи есть. Во-первых, сразу нужно говорить, большие частоты. Ультрарадиоэлектрические частицы и большие частоты. Значит, большие частоты, что это значит? Вот это будет сколько единиц. На это все строится. Вот это было очень нечетко сказано. Понимаете? Второе, есть то, что это позиционный тур. Никто так раньше не считал. Считали просто попадание конкретно и тому подобное. Вы не сказали, что если у вас есть извилистая граница, то построить на ней граничные условия, решить, пожалуйста, любой пусть решает. Это что невозможное дело. Ну, я это упомянула. Нет, вы упомянули, а это один главный результат, скажем, вот ОВС ЗАРНИ. А один главный результат тоже. Вот это один из главных результатов, позволяющий делать сложные задачи. Но вы этого не сказали. И в конце концов они сказали вот чего, что вот то, что поляционный ток как получается. Вы не обратили внимания, слушатели, на то, что там единственный минус эпсилон стоит в поляционном токе. И поэтому, когда вы можете, то есть вы сказали, что можно брать поле движущего движения, а почему вы не сказали? И это тоже третья вещь, которую люди должны понять. Это вещь простая, на пальце. Это три вещи, которые из вашего дорога люди должны могут понять и даже использовать, если нужно будет. Вы это все не сказали, это нехорошо. То есть на самом деле вы подошли к докладу, к тому, что вы прочитаете то, что написано в статье, и привет. И пусть от вас отстанут. Это плохо, потому что докладом тоже нужно думать немножко, как лучше сделать для людей. Понимаете? Значит, когда вы будете на самом деле докладывать, пожалуйста, учтите вот эти три вещи. Все слушатели должны после этого уйти с пониманием, что было. Ну и ясно, что теперь вот сейчас вы читали просто так, и заняло 15 минут, а тогда, если вы добавите что-то, у вас времени будет больше, смотрите, можно как-то где-то краткий, когда вы излучили основные идеи высказали, можно сказать результат. То есть на самом деле нужно сказать постановку и результат. А как вы получили, если вопросы будут, пожалуйста, рассказывайте. Понимаете? Вот я. Да, спасибо. Ну, я думаю, все понятно. Может, мы тогда его подождем? Ну, просто это такая проблема.
Сейчас зачет на неделю. Вообще, ну да. Так не красный. Его перетащить, наверное, надо, да? Да, вначале. Я занимался научно-исследовательской работой под руководством Нарожного Николая Борисовича, которого все хорошо знаете. И моя тема была рождение электронно-позитронных пар. В частности, я исследовал зависимость от столкновения плоских волн различной частоты и электрическое поле, однородно зависящее от времени. Вот. Почему была выбрана задача именно в таком виде, то есть исследовать плоские волны? Для начала мы решили взять самый простой случай и исследовать для него зависимость от разницы частот. Это составляло как бы одну часть моей работы. Вот. Вторая часть моей работы заключалась в том, чтобы исследовать поле, однородное электрическое поле, зависящее от времени, по такому западному косинусу, и сравнить эти результаты с результатами, которые были ранее получены другим методом Попова. Вначале я коротко расскажу об истории этой проблемы. Вот. Она имеет довольно богатую историю, началась в 29 году с парадокса Клейна, который заключался в том, что коэффициент прохождения через барьер, высота которого больше, чем 2mc квадрат, была больше единицы. Это было непонятно до тех пор, пока в 31 году Залтер не разрешил этот парадокс и не связал его с эффектом рождения пар. Позже, в 1936 году, Гейзенберг и Эллер учли поляризацию вакуума электрон-позитронными парами, получили поправку от Лагранжана, и в частности получили формулу для вероятности рождения пар. Вот. В 1951 году в широко известной работе Шлингера было другим, более таким красивым методом получено тот же результат, а также исследовано рождение пар плоскими волнами. И Шлингер показал, что плоские волны не поляризуют вакуум. То есть пара плоских волн не могут рождаться. Вот. Позже, в 60-е годы, этой проблемой активно занимались Никишов и Нарожный. В частности, они впервые исследовали... Они использовали волковские решения для того, чтобы получать результаты. Использовали подход Фейнмана диаграммный и впервые получили именно среднее число пар для каждой из мод, которые возникали в решениях уравнения Дирака. Ну и многое другое. Вот. Позже Брезетном и Исаксоном был применен так называемый метод мимо времени, который раньше использовался в нелитейской квантовой механике, к этой проблеме. И в 1971 году он был активно развит уже Поповым. Вот. Дальше уже, особенно в последнее время, число работ по этой теме стало расти. Это что связано с тем, что этот эффект уже, возможно, в ближайшее время начнет проявляться на эксперименте. Вот раньше необходимые поля были недостижимы. Ну и, наконец, вот одна из работ, которую я использовал в своей работе, это вот 2004 год, и о ней я подробнее расскажу на этом слайде. Вот. В этой работе впервые приведен такой подход, который называется метод локально-постоянного поля, в
тоже заключается в том, что если длина волны, ну или характерная неоднородность поля достаточно большая, много больше комптоновской длины, что является характерной длиной формирования процесса рождения пар, то мы формально можем считать, что в каждой маленькой области у нас постоянное и однородное поле. Взять формулу вот эту, которая получается для постоянного однородного поля, и проинтегрировать по объему и длительности импульса. Вот. Но здесь вот Е-эпсилон это, варианты поля, которые выражаются через обычные поля вот таким образом. Вот. Теперь актуальность вот этой задачи. В квантовой электродинамике в этом процессе характерными величинами являются такие, как ЕС, это критическая напряженность поля, и ИС, критическая интенсивность поля, и комптоновская длина. Как видно, интенсивность составляет 10,29 Вт на сантиметр в квадрате, что очень большая величина, и до последнего времени даже не было возможности на эксперименте увидеть. Вот. И на сегодняшний момент достигнута интенсивность порядка 10,22-10,23, что все еще мало. Но некоторые экспериментаторы, в частности Таджима и Муру, утверждают, что возможно в ближайшее время сумеет достигнуть интенсивности порядка 10,25-26, а это уже рубеж, на котором эти эффекты могут начать проявляться. В частности, самые такие крупные установки – это XFL, Y, Hyper. Так, теперь, собственно, то, что я делал. Первое, я исследовал, как рождается пара при столкновении двух плоских волн с циркулярной поляризацией. Вот. Ну, вот здесь просто выражение, которое для этого полей получается. Вот. И я просто эти поля поставил в интеграл и исследовал, как она зависит от частоты. То есть вы воздействовали в пределе локального постоянного поля, вычислили RPG, да, и да, методом локального постоянного поля я поставил интеграл и посчитал. То есть, и, да, еще уточню, что метод локального постоянного поля, в нем формально поля классические, не квантованные, и учет неоднородности и непостоянства происходит адиабатически, то есть тоже приближенно. Вот, ну и видно, вот здесь по этой оси отложено отношение частот. Вот первая частота взята просто оптическая, а вторая вот здесь на этом масштабе всего лишь на два порядка возрастает. И видим, что в этом случае у нас по большой частоте просто происходит усреднение, и на самом деле результат даже от частоты не зависит. Вот. Это частоты вот этих сталкивающихся волн. Да. Одну зафиксировали, а другую меняете и смотрите, как число. Да, это, ну, да. Не видно, что написано на осях. Да. Логарифм, да? Здесь логарифм, да, здесь логарифм, да, что число. Да. Как число пар, там, в единице времени, да, с объемом, зависит от того, как пишешь. Вот. То есть видим, что в этом подходе формально зависимости от частоты вообще нет. Она связана исключительно с геометрическим эффектом, то есть как длина волны падается в объеме, который мы исследуем. Вот. И, да, ну а прежде было сначала исследован этот вопрос для реалистичных трехмерных импульсов, то есть когда не плоские волны остаются, а фокусированные волны. Там, в частности, когда увеличивается частота второго поля, вот, то у него, соответственно, уменьшается его длительность импульса, поскольку, как правило, высокочастотные импульсы, они очень короткие. Вот. И получилась вот такая картина, что число пар так вот лишь уменьшается с ростом частоты, вот. Причем степень обратно пропорциональная, то есть наклон минус 1. Это связано как раз с тем, что эффективная область уменьшается с уменьшением длины волны, и число пар рождается. Это же можно получить, рассматривая плоские волны, если положить, что просто у нас логарифм лямбда 2 делить на лямбда 1 или лямбда 1 делить на лямбда 1, говорит, что с увеличением частоты. А, ну да, здесь лямбда 2 должен быть. Лямбда 1, ну да, я
здесь наоборот, лямбда это лямбда 1, а лямбда 1, лямбда 2. Тоже вы так получили? Ну да, это численный счет. Вот. Соответственно, если мы будем уменьшать область рождения пар обратно пропорционально частоте второй волны, то мы получим точно такую же зависимость обратную. Поэтому отсюда можно сразу сделать вывод, что при не слишком высоких частотах, когда квантовые эффекты еще не существенны, выгоднее сталкивать две волны одной частоты и не очень большой, и при этом она не очень большая, поскольку все равно дополнительно. Почему? Почему у вас масштаб такой разный? Право налево. Четырех, а справа это одного. Ну просто здесь как бы зависимость уже сразу видна была, и я ее не стал слишком долго строить, в частности, чтобы увидеть, что здесь вот небольшие такие колебания. Ну а здесь просто вот взял больше масштаб, чтобы численно убедиться, что получается линейно зависимо в логарифмическом масштабе. Так, ну вот, на том графике изображена уже зависимость логарифма числа пар от интенсивности. И видно, что вот при интенсивности где-то 10-27 масштаб, 10-27 у нас начинается рождение пар. Вот. Еще мы его получим, как бы, поскольку, да, вот здесь видно, что критическая интенсивность, которая 10-29, она намного больше этой, поэтому, в принципе, можно просто получить асимптотику для этого интеграла и пользоваться ей вместо того, чтобы... Начинается рождение пары, это значит одна пара в объеме взаимодействия, да, линии. Да, вот, грубо говоря, 0, это означает, что у нас вот одна пара родилась. Интенсивность где-то 0,7 на 1,27. Вот. Ну, асимптотика вот имеет такой вид. Вот это сколько, в принципе, можно заменить единицу, поскольку она существенно отличная от единиц, только лишь при очень больших полях. Так. Дальше то же самое, в принципе, было сделано для линейно поляризованных волн. Вот. Также была получена асимптотика, как мы видим. И она, ну, здесь существенно ничего не отличается. Поведение тоже выходит на постоянное. Вот. Единственное, что здесь... А, сейчас. Здесь что... А, да. Единственное, что здесь немножко более сложное поведение, но это не существенно. Так. И, наконец, последнее, что исследовал, вот однородное электрическое поле, зависящее от времени такого вида, когда у нас поле Е направлено до оси X и колеблется с законом упущенного сами поля. Я полученный результат сравнивал с результатом, полученным ранее по полам, вот, методом минимума времени. Вот, у него в статье фигурирует такой параметр, который называется параметром Хелдыша или адиабатичности. И в предельном случае много меньше единицы, которая соответствует нашему случаю, у него есть вот такая формула для асимптотики. Вот, в частности, видно, что экспонента здесь умножается на некоторый фактор, вот, которого не возникает в методе локально-постоянного поля. И вот то же самое было получено методом локально-постоянного поля. Видно, что здесь тот же самый коэффициент получился, та же самая степень поля. Единственное отличие это вот этой скобки, которая фактически равна единице и соответствует как бы учету предэкспоненты, вот, которая не очень существенна. А в экспоненте уже видно различие, которое не очень большое, при гамме много меньше единицы, вот, но при гамме уже порядка единицы будет существенно. Это связано с тем, что методом минимума времени можно учесть именно квантованность поля и то, что оно все-таки не является постоянным, то есть не адиабатически его учесть. Так, сейчас я могу подарить. Это в многофотонном режиме, то есть когда гамма большое, да, но не маленькая, какая формула правильная? Нет, вот гамма много меньше единицы. Нет, при гамме много меньше единицы получается вот такая формула, да? Но вообще есть любая формула, которая имеет место при любых гаммах, правильно? Им получено. Да, она есть, но она очень небольшая и громоздкая. А вот эта формула, которая у вас получена, она в этом смысле гамму не содержит, да? Ну, она гамму не содержит, но формально
неявно нас содержит в том смысле, что у нас неоднородность поля должна быть много больше, чем камптоновская длина волны, характерный процесс. Вот. И там, на самом деле, если более строго это рассмотреть, там получается примерно такой же закон применимости. На самом деле, предполагается все-таки, что гамма много меньше единиц, вот в выводе вашей формы. Ну, правильно? Тут просто сейчас я вот, сам метод уже подразумевает, что у нас применимость этой формулы только лишь когда у нас длина волны много больше комптоновской длины волны. Вот. Но именно непосредственно гамму он не содержит. Но вот меня это и насторожило. Отношение этих параметров это же не гамма. Нет, у него должно быть, что гамма много меньше единицы. А вот это конкретно только для критического поля, что же много больше. Ну, если омега равно m, то тогда это получается. Да, да, ну, понятно. На самом деле там много меньше единиц. Ну, это да, есть условия применимости. Вообще, вот я вот просто здесь надо было написать, в работе Никишова получен такой, так называемый, параметр время когерентности или длина когерентности. Если взять, что это длина когерентности много меньше длины волны, то как раз там получается вот такой же соотношение. Ну, надо написать. Так, ну и, соответственно, вот сравнение этих, ну, графики немножко мелкие. То есть видно, что я просто взял здесь оптическая длина волны, где-то 10⁴, а здесь уже рентгеновская 10⁷ сантиметра, то есть потом порядка КФ. И здесь вот, здесь отличие на самом деле там очень маленькое, то есть они фактически друг на друга ложатся в этом масштабе. И здесь уже отличие становится более существенным, поскольку явно при большей частоте более квантовый процесс. Вот. Но в целом, вот в этой области они довольно близкий результат дают. Вот. Ну и выводы, какие я сделал. Вот. Я здесь это вычеркнул, но на самом деле линейно поляризованные поля рождают больше частиц. И это связано с тем, что когда у нас сталкивают две циркулярно поляризованные волны, то у них амплитуда просто удваивается, и она остается такой всегда. А когда мы сталкиваем линейно поляризованные импульсы той же самой интенсивности, там на самом деле происходит дополнительная в корень из двух раз больше амплитуды, что оказывается существенным для рождения пар, поскольку очень резко зависит. Поэтому на эксперименте лучше использовать линейно поляризованные импульсы. Вот, к тому же их проще получить на практике. Вот. Потом следующий вывод связан как раз с тем, что при в той области, где работает метод локального поля, то есть диапазоне динамо от оптических до мягких рентгеновских, то есть от электрон-вольт до килоэлектрон-вольт, лучше сталкивать пучки одной и той же частоты, причем меньший, поскольку эффективная область будет больше. Поскольку уменьшение длины волны одной из пучков на практике приводит лишь к уменьшению числа рожденных пар. Это я показал. Вот. И третий вывод, что метод локального постоянного поля, что я уже сказал, учитывает неоднородность и непостоянство поля лишь адиабатически, и не учитывает то, что поля следует квантовать. И поэтому при слишком больших энергиях, много больше кэвов, этот подход уже не очень, ну, перестает работать. И там уже необходимо использовать либо метод мимо времени, либо какой-то другой, который учитывает квантовый эффект. Вот, какие лучше частоты использовать? Рентгеновские или как раз? Ну вот, поскольку реально рентгеновские импульсы очень большую интенсивность получать гораздо сложнее, чем, вот, например, оптические, то и к тому же рентгеновские импульсы гораздо короче, то, как правило, лучше использовать оптические. Вот это видно из вот этой картины. То есть вот здесь 0 соответствует двум сталкивающимся оптическим пучкам. Вот, а здесь уже сталкивается оптический.
и рентгеновский порядка там 10 к. И видно, что за счет того, что есть. Ну а если два одинаковых рентгеновских? Ну тоже будет меньше, поскольку. Можно как-нибудь спросить? Вы сами считали, да? Чисто? Чисто, да. А что задерживается в чистом расчете? А, в смысле, что содержится? Ну, что вы используете, какие схемы, какие методы? Что ну, здесь используется тоже метод локального постоянного поля, вот, но в качестве полей брались реалистичные трехмерные модели сфокусированных лучиков, которые были разработаны в 2002 году наружным его студентом Фафановым. Вот. И, соответственно, я вот получал для этих. Точнее, даже не получал, там настолько сложное вычисление, что просто я подставил программное поле, в ней же посчитал инварианты, и уже по этим инвариантам я считал интеграл, вот этот численное. Сейчас на кластере. Остальные картины заключаются в том, что вы просто реалистичный праздник. Вот здесь, да, здесь реалистичная модель, а здесь просто плоский волны, как самый простой. Нет, на самом деле ответ на этот вопрос первый, наверное, такой, что, конечно, было бы лучше использовать рентгеновские частоты, если бы они были очень большими, да. Если бы у вас был не КЭТ, а там 100 КЭТ. Если при такой частоте можно было получать большие интенсивности, что на данный момент совершенно нереально, тогда, конечно, бы пары рождались гораздо лучше. А так это все туннельный режим, у вас гамма мало и там, только... Плюс еще тут привык. Вот это уменьшение, но связано с тем, что предполагает, что все равно не волнует все время. Да, да. Если фокусировать на одном расстоянии, то, конечно, вы не... Ну, все равно она будет не очень большой в этой низкой. Здесь проблема в том, что в многофотонный режим настоящий не можем попасть в любом случае. Очень мелкие картинки, да? Ну да, я их не видно, что на осях нанесло. Не думал, что он так мелкий, я перейдем. Нормально. Интересно. Ну, философское замечание, наверное, заключается в том, что слова про эффект фантомного поля, они не очень правильные. Да? Да. Потом... Но оно все равно классическое, да, но это да. Надо потом. Следующий. Или все? Нет.
Почему? Это же космофизики, да, что ли, называется? Нет, это существографии. Космофизики. Настя, правильно, почти. В общем, я расскажу про свою тему диплома. Свой диплом — это, мной был разработан, в некотором смысле, оптический метод диагностики поверхностных доменных структур. В общем, так как там были некоторые численные, все вычисления были достаточно громоздкие, то в целом я расскажу основную, соль такую, в чем вообще, зачем это нужно, где это используется и почему это так актуально. Первое, для чего вообще начали использовать какие-то периодические такие доменные структуры нелинейные, это сама идея возникла очень давно, еще когда только открыли нелинейные среды, сразу стало понятно то, что процесс преобразования частот в них очень сильно зависит от согласования фазовых скоростей. То есть обычно, если это там первое, второе, происходит преобразование, например, генерация второй гармоники, то когда то вообще в реальных средах всегда из-за дисперсии фазовые скорости там, с частотой 2 омега и омега, они очень отличаются. Вот это рассогласование, вот это ДТК, из-за того, что он не равно нулю, оно, в общем, очень сильно влияет и происходит перекачка. То есть, если мы хотим из, например, красного получить зеленый, то у нас, в общем, это не получится с очень хорошей эффективностью, там низкая получится. И для этого вот в самых практически первых работах Армстронга и Бломбергена уже было предложено, что можно комбинировать нелинейные кристаллы так, что через некоторую длину меняется направление поляризации спонтанно, и ось кристалла перевернутая. Но в результате фаза, которая набежала в одном куске, она компенсируется на следующем. И это очень существенно повышает преобразование, коэффициент преобразования энергии фундаментальной волны в вторую гармонику. Для этого и нужно создавать вот эти структуры периодические, доменные такие. Они могут быть двумерные, трехмерные. Это основная их. И тут и что? Мы светим одним цветом на кристалл, а на выходе можем получить. Задача увеличить разницу по частотам между одним и вторым? Задача, чтобы у тебя максимальное количество энергии падающей волны преобразовалось в энергию вышедшей волны на другой частоте. Оптимизировать потери энергии кристалла? Нет, там может не теряться, допустим, в первом приближении. Просто у тебя выходит на выходе, у тебя есть и падающая волна, по сути, и та, которая с двойной частотой. Желательно. То есть просто если... Все, наверное, не получится. Нет, в принципе, если ДТК ноль совсем, то почему там, на бесконечность, если кристалл там достаточно большой, то там очень большой процент, получается. Реально сейчас где-нибудь что-нибудь сходит. Что еще раз? В реальности, то, что сейчас достигается, какой там коэффициент? На таком обычном просвет quasi-phase matching это там, по-моему, есть и 40%, и 50%, и 70%, и 8% есть. То есть там очень все зависит от конкретных случаев. 99,9 не бывает. По-моему, нет. То есть из того, что я читал, такого все-таки не бывает. Для того, чтобы понять, как эти кристаллы, вообще эти домены создавать, нужно понять, что такое нелинейный кристалл вообще. И в частности, сегмент электрик. По сути, это диэлектрик, у которого есть спонтанная поляризация. Просто если в объеме, в обычном кристалле, который там где-то вырос сам по себе, у него эта поляризация в разные стороны направлена, соответственно. Нам нужно его сделать так, чтобы у нас были области домены эти, где она в одну сторону, он в другую сторону и так далее.
В общем, для этого обычно сначала делается монодоменный образец, ну, в который при, ну, в общем, во время уроста или там, охлаждения, короче, накладывается поле, которое задает направление поляризации. Вот, а потом уже с помощью, ну, там, электрического поля переворачивают на поляризацию. Вот, и вообще, ну, как бы, вот, нелинейная восприимчивость уже, которая будет, она зависит, ну, от поляризации, ну, то есть, ну, чисто из соображений симметрии можно написать, что, ну, вот, она зависит вот так. То есть это комбинации из вот этой спонтанной поляризации. ПИТ, ПЖТ, ПК, ПИТ, ДТ, ЖТ, КАТ и так далее. То есть отсюда следует, что если мы переворачиваем эту поляризацию с помощью электрического поля, то нелинейная восприимчивость меняет знак, так как всегда нечетная степень входит. Вот. И как бы есть всегда стало выделено направление какое-то, в котором, ну, которое отвечает компоненты как раз ПИТ, ПЖТ, ПК, то есть это там какая-нибудь ХЗЗЗ или КИ. Ну, в общем, она самая большая. То есть при, ну, дальше, ну, для максимального вот этого, как бы, эффекта, чтобы наблюдать, желательно, чтобы у нас электрическое поле было, соответственно, поляризовано вот вдоль оси кристалла. Это для второго порядка, первого гармоники, второй числа? Ну, это, да, для второй гармоники. Ну, то есть, по сути, там дальше сильно ничего меняться не будет, если следующие порядки. Ну, как эти создаются среды? Ну, в общем, один из самых таких, можно сказать, самый простой, короче, способ — это вообще просто приложить две пластинки металлические и под действием сильного электрического поля, короче, он перевернется, ну, вектор поляризуется в определенном направлении. Но если нужно что-то более-менее мелкое создавать, то вот, используется либо зондовый, ну, атомный силовой микроскоп, ну, как бы, в качестве электрода зонд микроскопа используется, или облучение пучком электронов лучом. Это обычно, ну, то есть там они достаточно сложно растут, облучают вдоль кристалла, и домены они как бы стреливают по направлению спонтанной поляризации. Ну вот, и вообще вот во всех таких, ну, вот в моих, ну, задачах, ну, обычно, короче, домены могут располагаться, они либо перпендикулярно поверхности, либо параллельно поверхности. То есть это существенно оказывает влияние уже на то, потом как их анализировать с помощью каких методов. Потому что если они перпендикулярны поверхности, то, ну, как бы, это поляризация, это по сути дипольный момент. И у нас, если это тонкая какая-то пластинка, то с одного края как бы они заряжены положительно, с другого отрицательно. Это, ну, открывает некие возможности для их анализа какого-то. Вот, если параллельно они поверхности, но там все немного сложнее, тут уже как раз оптические методы нужны. Вот, ну и вообще, как можно проконтролировать и посмотреть, что получилось, существует несколько методов каких-то таких посмотреть. Но первое — это как раз декорирование, то есть можно каким-нибудь заряженным порошком посыпать, и, соответственно, он прилипнет только там, где, ну, выходит, ну, как где плюс, там, ну, вот если перпендикулярно поверхность, где больше, ну, не компенсирован положительный заряд, там, например, тонер этот прилипнет, можно уже как-то оптически наблюдать. Вот. Есть еще, ну, возможность просто полить кислотой это все и засунуть в кислоту, как бы, а так как, по сути, кислота, она работает там, ну, ионы, они тоже очень сильно влияют, как бы, скорость реакции будет зависеть от заряда поверхности. То есть, например, они будут въедаться, только положительные будут сильнее въедаться, и такая лестница получится, ее можно, короче, уже зондом, микроскопом смотреть. Но так как это все, ну, эти методы, они такие деструктивные в основном, ну, то есть после того, как так посмотришь, короче, уже не используешь это никак. И плюс низкое разрешение. Ну, то самое, как бы, эффективное — это какие-то неинвазивные методы, ну, то есть, которые... Вот первое, что есть, это как бы атомная силовая микроскопия, ну, просто сканировать поверхность, не смотреть. Ну, но тут как бы все хорошо, кроме одного, то, что можно посмотреть только все, что на поверхности. Никак нельзя заглянуть внутрь.
ну, сказать, насколько они глубоко, насколько они идеальны и так далее. Они как бы вот, ну, тут как раз интерес представляют какие-то оптические способы, то есть с помощью лазерного излучения, еще чем-нибудь, смотреть отклик от среды. Ну, собственно, вот это и... А среда должна быть прозрачная, но в данном диапазоне. Ну, вообще, да. Желательно. А это для любой, для какой среды это, ну, можно подобрать число, чтобы она была прозрачной? В смысле, ну, все кристаллы такие нелинейные, обычно они прозрачные, либо в едином диапазоне, ну, либо в каком-то диапазоне частот минимум и так далее. Проблем пока нет, да? Нет, то есть они, по сути, если они прозрачные, они вряд ли какой-то интерес представляют для оптики. Ну вот, и тут, собственно, оптически как бы какая задача ставится. По сути, это как раз задача линейной дифракции уже. То есть у нас у среды есть линейные свойства, у нее абсолютно одинаковые, ну, как бы абсолютно не меняется от наличия этих доменов. То есть, если она на частоте омега упала, она на частоте омега отразится, и как бы под углом падения, угол падения равен углу отражения, ничего нового там не будет. Но так как вот как раз нелинейные свойства здесь промодулированы, и вот это из-за этой периодичности, возникнет дифракция, то есть будет несколько пучков. То есть, если у нас упал красный свет, то отразится красный, плюс еще возникнет под другими направлениями, ну, как зеленый, близко к зеленому. Вот, и то есть, что нам нужно, это на основании данных о дифракции узнать, ну, например, вот глубину проникновения доменов и вообще решить просто, ну, как решить задачу о дифракции, то есть найти поле и интенсивность отраженной вот этой волны. Как соотносится ширина домена и длина? Ну, вообще, то есть если, ну, на практике, по сути, это ширина домена, она там порядка нескольких мин волн. Это термин дифракция. Именно дифракция, это где-то ширина домена. Да. Ну, то есть, если у нас, например, там 500 нанометров волн, длина волн света, то домен это обычно 1 микрон, там в 2 раза больше, в 4. Вот так. Ну вот, и по сути, то есть теперь к чему мы приходим? К тому, что нам нужно решить уравнение максимума. Вот, только мы не знаем распределение доменов, ну точнее, как сказать, ну, там, знаем, ну, в общем, мы не знаем, как там эти приблизительные, ну, там будут возникать некоторые токи, соответственно, за счет этой, ну, можно так условно сказать, что будут эти, ну, будут токи, потому что будет нелинейная поляризация, и, в общем, она войдет как неоднородность в волновое уравнение. Вот. Так как, ну, по сути, обычное волновое уравнение легко решить, то, ну, неплохо использовать формализм функции Грина, чтобы потом уже просто брать какие-то распределения именно, ну, вот этих поляризационных токов, которые там, ну, при разных конфигурациях, короче, просто, если найти функцию Грина на этой задаче, и, значит, более подробно скажу, что... Понятно, но вы имеете в виду, что... Вот, то есть нам нужно решить задачу на функции Грина, такой полубесконечной среды, и, ну, собственно, она решается там достаточно простыми, ну, достаточно... Ну, короче, она решается, и нет, каких-то выкладок я не буду приводить. Суть в том, что у нас получается некоторые функции Грина, и потом мы просто для распределения полей уже в отраженной волне, мы просто, в общем, интегрируем, сворачиваем ее с неоднородностью. А, как бы, если все до конца решить, то просто получится некоторая угловая зависимость, ну, зависимость интенсивности вот этих дифрагированных волн от угла падения. То есть она достаточно громоздко выглядит, но, в общем, ничего с этим не сделаешь, как есть. От частоты зависит от объекта. А от частоты зависимости нет. В картинке там частота одна, иначе. А, в смысле на картинке. Когда дифракция еще.
Нет, тут просто это уже для именно второй гармоники, но все-таки мы смотрим сгенерированные. Это интенсивность именно вот сгенерированной волны. Ну, потому что отраженная, она как бы есть, и она просто... Ну, лямбда 2, да? Ну, а, вообще, да, это я что-то сказал. Ну, лямбда 2, да, по сути, это и есть. Частота. Ну, да. А, вот, и, ну, теперь как бы, после, если посмотреть угол, ну, в зависимости от этого от угла падения, получается некоторые осцилляции. А, вот, и как раз за минимумы, ну, то есть вот возникают некоторые нули, и эти нули как раз, они зависят от глубины домена. Ну, то есть если мы увеличим глубину, например, то там появляется их больше, или там, ну, в общем, их становится больше, и их положение смещается. То есть, по сути, если мы знаем, при каком угле был минимум, то, зная там все остальные параметры, ну, вроде там ширины доменов, длины волны и, ну, собственно, диэлектрической проницаемости, мы можем, в общем, сразу сказать, какая глубина в этой структуре. Вот, что, ну, достаточно уже хороший результат, потому что другими методами это достичь было бы нельзя. То есть есть еще другие оптические методы, но они очень специфические зачастую, там, ну, узкая область применимости их. То есть здесь... Две кривые, чем вот, две кривые — это, ну, по сути, тут у нас дифракция, ну, первого порядка, то есть, ну, у нас две волны, как бы, и одна, ну, оранжевая — это та, которая, ну, как правее лежит, в которой плюс, ну, добавляется некоторые к дельта, к волновому вектору. А здесь, ну, черная — это то, что, ну, как бы левая. По сути, получается, что просто она, ну, вот она раньше, чем пи пополам, как бы, в ноль уходит. Но это из-за того, что просто происходит полное внутреннее отражение, то есть уже не выходит, ну, как сказать, уже не выходит вот эта вторая гармоника из кристалла. Вот. А та, то, что, ну, левый вот этот луч, он, ну, как бы, ну, прям до пи пополам. Ну, вот, кстати, вопрос о том, какие реальные, ну, цифры всех параметров. Вот, а второй вопрос был вообще то, что домены, ну, в жизни могут быть не идеально прямоугольные, такие квадратные, то, что, ну, в общем, их как-то нужно аппроксимировать их. Ну, в общем, самое простое было взять степенную функцию, и просто при больших n, ну, как бы форма домена, это будет степенная функция, то есть при от линейной до там n при больших достаточных значениях, она, в общем, практически становится квадратной. Вот. Но это, ну, как бы именно расчетное получалось просто за счет того, что мы вычитаем из ширины домена некоторую добавку, которая от глубины зависит. То есть чем больше глубина, тем больше вычитаем. То есть, кстати, они как бы получаются такие закругленные. Вот. Ну и как бы теперь нужно посмотреть, каким это приведет к последствиям вообще результаты. Вот. Ну и что получается? То есть если, ну, домены линейные, то вот этих осцилляций уже практически нет, и минимумов каких-то ярко выраженных нет. То есть уже нельзя сказать. То есть если они такие, если домены пилообразные, например, какие-то, то уже нельзя будет, ну, сказать, на какую они там глубину проникают и прочее. Вот. Но если это если форма достаточно плавная, то минимум, как бы, они все более ярко выражены. И уже, как бы, можно проследить за глубиной. В каком месте они должны быть плавные или острые? В смысле, глубины? Не, ну это глубины, ну, они... Просто, по сути, ну, некоторые структуры изначально была какая-то, что она просто прямоугольная, ну, то есть она... Ну, я понимаю. Вот, а как бы в реальности они, например, какие-то вот такие скошенные. А. Ну, то есть, в принципе, они могут быть какие-то вот так вниз вот... Вниз скошенные, глубину... Да, да. Могут быть вообще какие-то пилообразные, вот там пилообразные, там как раз все очень размыто получается. Вот. Ну, то есть... Такое влияние, вот, именно неоднородности оказывает влияние вот такое на картину дифракции. Ну, неидеальность этих схем. А,
Ну, в общем, вот такие выводы. Это то, что из положения нулей картины дифракции можно сделать вывод о глубине доменов, на какую они глубину проникают, и ну, из того, насколько минимум выражены, можно сказать о, как сказать, ну, некоторой мере отклонения от идеальности доменных схем, насколько они получились ровными. Вот. Ну и по сути это еще один как бы, метод в копилку в оптических методов, которые помогают анализировать такие структуры. Все. Для данного случая это дискретизация континуума и
и представление волновых пакетов. То есть при обычном уравнении пишется, ну, уравнение как обычное состояние, это дискретный, ну, есть дискретный у нас спектр, есть непрерывный спектр. В случае теории рассеяния это все непрерывный спектр, и можно ввести волновые пакеты, которые будут, по сути, чуть немного размазанное по пространству, состояние из непрерывного спектра. То есть они вот так вот вводятся. То есть вот если у нас есть состояние, вот куб под интегралом стоит, то мы можем его проинтегрировать по малой области, здесь d большой альфа, и получить вот некое состояние альфа. Вот такой волновой пакет, он сохраняет, в принципе, многие свойства сохраняет исходного состояния. И таким образом можно считать численное уравнение. При этом, ну, вот нормировка, в общем, как он вводится, там нормировка. После этого такие состояния нормируются не на дельту Дирака, а просто на дельта символ Кроникера. Ну и также проекционный оператор получается. Какой это импульс или координат? Ну, любое квантовое эпсилон, вот в моей работе здесь была как раз честная сетка по импульсам, то есть делается. Не полный набор. Полный набор, что еще? Вообще вот такие состояния в старых учебниках квантовой механики, там, годов 40-х, они, упоминаются как другая возможная замена состояния непрерывного спектра. То есть непрерывный спектр, он не попадает в Гильбертово пространство. То есть вот такое определение, где вот это вот DA стремится к нулю, это другой возможный способ построения состояния непрерывного спектра, просто он очень неудобный для расчета. То есть там все-таки остаются суммы, а не интегралы. И большой как-то пользы он не несет в плане вычислений аналитических, но вот в плане вычислений численных это очень удобно. При этом, если нужно какую-то переменную оставить непрерывной, то ее очень легко в этом подходе оставлять непрерывной. То есть, например, у нас потенциал, на котором происходит рассеяние, пусть он не зависит от фи. Когда мы можем вот как раз по импульсам переходить в дискретное представление, по углу оставить его непрерывным и потом все уравнения проинтегрировать по этому углу, это намного удобнее, чем потом суммировать это, как-то отходить. То есть можно скакать туда-сюда, легко проходит, легко происходит. Даже вот, в принципе, любой оператор вот так вот выражается через свой угол. Функция Грина обычная функция Грина, уравнение Липмана-Шлингера, переходит вот в такой вид, такой большой, но это просто число при данном значении Q. Альфа здесь мультииндекс, это ежи, то есть двумерный. То есть QX, QY нумеруется. А Q3? Скобочка. Куштрих это, в этих фигурных скобочках, это номер той ячейки, на которую попадает Q0. Здесь обозначение таких своих номеров поправить. Много вопросов. Знаете, что такое звездочка? Звездочка это прям сейчас. Просто любая точка, по теореме о среднем типа. Их можно там по-разному выбирать. А еще здесь что получается, если почему я показываю функцию Грина, что функция Грина она имеет сингулярность. И с ней надо что-то делать в уравнении, если его просто решать численно. Здесь получается, что сингулярность размазывается по нашей поверхности интегрирования. Вдруг Q' это вообще выйдет? Это число, на которое Q0 попадает.
соответственно, если мы имели в начале уравнение Липмана-Швингера обычное, то вот в матричном виде, с некоторыми там обозначениями, оно выглядит вот, вот таким образом. Это, наверное, матричное уравнение. Мы можем все ввести там в одну сторону и получить что-то типа АХ равно Б. И вычислять такое уравнение. Решать такое уравнение. Вот как иллюстрация. Нет, подождите, можно тогда вопрос? Да. А это самое, если. А что там за матрица? Потому что если она сильно не диагональная, то ей говорят, там сотни этих формов нужно учитывать. Ну да, то есть это матрица, которая да, часто очень часто не диагональная, ну как бы достаточно плохая. Ну то есть это очень довольно сложная задача получается. Ну это большая матричная задача, но которая чаще всего очень хорошо решается итерационным методом. То есть ее можно не, ну, не честно там вычислять обратную матрицу. Бедным Гауссом, а ну, как, типа, по теории возмущения, то есть ее считать а х квадрат, ну а квадрат, х, ну и так далее. И она там сходится, ну, обычно за 10 шагов очень хорошо сходится. То есть итерационные методы. Ну то есть надо будет ее просто умножать несколько раз на себя большую матрицу. Главное, чтобы ее было где хранить. Ну вот, как по модели. Пример для сравнения с другим методом. Это вот просто потенциал Гаусса, Гауссов пик, и на нем происходит рассеяние. Вот здесь пунктиром метод фазовых функций отмечен. Колокол это вот борновское приближение, в принципе, то, что должно получиться. И точки это вот как раз на решетке. Вот может здесь специально не логарифмическая шкала здесь, потому что можно посмотреть, что вот этот метод, он ну, на 10 порядков. Больше правильных цифр дает, то есть вот, он на 10 минус 17 уже начинает ну, что-то неправильно давать, оно так не должно идти. А метод фазовых функций ну, ломается раньше, то есть это просто сумма сильно осциллирующих функций. Там есть методы, с которыми можно побороться с этим, но это всегда требует какой-то ну, осторожности и в каждом случае по-своему делается, потому что суммировать сильно осциллирующие функции, ну, плохо, оно вот, вот поломается на таком порядке чисел. Вот это дает больше значащих цифр. Вот какие-то более реальные вещи, это потенциал Махмуд-Тиона, это NN взаимодействие. Вот при 400 МФ, вот это фазовыми функциями при 400 МФ, это нормально решается, вот и здесь совпадает значение. При, вот, например, энергии 800 МФ, это уже не считается фазовыми функциями, это вот результаты статьи там, линии обозначены Шарлотта Эльска результат 2000 года. Там у них другой свой метод был более громоздкий, там J-матричный метод называется. Вот это ну, результат совпадает. Что еще? Ну, какие достоинства этого метода? Черные точки это. Черные точки это то, что да, вот то, что эта программа считает. Почему написано? Это ваш метод, так обозначили. Да. Ну тут они разные графики. Они одинаково не сделают. Ну вот, собственно, эти матричные уравнения, вот в чем еще плюс то, что когда их из-за счет того, что они быстро сходятся, их можно решать в параллели. То есть ну, перемножение матриц это. Задача, которая очень легко параллелится, ну, без необходимости пересылки большого количества данных между узлами вычисляющими. Ну вот, и сингулярности, которые есть, например, в разных потенциалах, в моделях, они размазываются после вот этого интегрирования, то есть с ними проще работать. Ну, вот, в принципе, все. Спасибо. Вы забрали выбор. Без выводов нельзя никак защищать. Выводы? Ну, давайте сейчас скажем. Ну вот, мной со мной с научным руководителем был вот разработан этот метод. Научный руководитель в основном отдел до меня он занимался такой дискретизацией по энергии, ну, то есть по одному измерению. То есть все остается как обычная ну, теория рассеяния, но вот. По энергии все вещи, ну, все состояния проинтегрированы по маленьким кусочкам энергии. В данной работе сделано
ну, вот, в импульсном представлении полностью все, ну, все операторы заменены на их аналоги в дискретном представлении. Данный метод позволяет считать достаточно сложные потенциалы, которые другими методами либо существенно сложнее считать, либо, ну, к чему идем, потому что некоторые вещи, которые в принципе еще не считаются, можно будет посчитать таким методом. Ну, вот. Вы разработали метод, да? Ну, разработали метод, который позволяет существенно более... А эти же состояния, когда вы пакет сделал, они же уже не стационарные, то есть, в принципе, у вас уже задача не стационарная получается? Тогда вроде... Они не стационарные, потому что... Ну, потому что вы говорите, что это сразу не... Ну да, но, в общем, это... Тогда как здесь можно? Здесь, ну, все близкие. То есть, ну, по большому счету, я пренебрегаю. То есть, вы пренебрегаете не стационарные состояния? Да, ну, вот здесь... Ну, пул это, по сути, ну, энергия, прям, прям пропорционально, и... Но вот это уравнение на Шрингера, оно уравнение для стационарной задачи. Да. Ну, то есть, вот область интегрирования, она обязательно должна быть мала. Тут должны быть какие-то условия, то есть пакет должен быть очень широким в координатном пространстве или очень узким в импульсном. Да, ну, это обязательно, да. То есть... Ты можешь привести тогда оценки, какие нужны, чтобы... Ну да. Еще надо, наверное, что-то там о сходимостях поговорить. В общем, это те вещи, которые я не исследовал, в принципе, но... Что может являться критерием того, что еще можно использовать стационарную теорию, да? Ну, а с точностью расчетов какая-то получается из-за того, что вы взяли как-то? Можно просто, да, действительно, наверное, увеличивать размер пакета и смотреть, когда он ломается. Спасибо. Посвящена взрывам звезд, сверхновых звезд. Сверхновые звезды — это такие звезды, излучение от которых за несколько дней может увеличиться на несколько десятков величин космических, при этом стать ярче даже всей галактики, в которой она находится. Космических — это звездных? Звездных, да. Собственно, сверхновые не являются фактически новыми звездами. Это вспыхивают уже существующие звезды. Просто в ряде исторических случаев звезды до взрыва были
не видны, и поэтому такое появилось название. В данной работе будет рассматриваться взрыв массивных звезд. Например, сам туманности Таранту находится самое большое скопление массивных звезд, вот, можете видеть, и самая массивная звезда, известная на данный момент, она, ее масса составляет 265 масс Солнца. Вообще массивные звезды — это те массы, которых в десятки раз превосходят массу Солнца. Мы можем наглядно посмотреть на размеры таких звезд. Здесь мы можем наблюдать планеты Солнечной системы, вот Земля, Земля. А здесь размеры самых крупных звезд на нашем небе. Здесь еще более крупные звезды. А лодка — это перископальная, 359. Да, это Солнце там. Это Солнце. Это Юпитер. Это еще более массивные звезды, вот даже по сравнению с Альдебараном, который очень яркий. И у нас в нашей работе была выбрана звезда, подобная Мю Цефея, 25 солнечных масс. При этом интересно, что сама звезда Мю Цефея, она видна на нашем небе, в любой момент может вспыхнуть как светло. Это объем только рабочий. Это очень по-разному бывает, они бывают разные. Нет, вот конкретно ваша звезда. Наша звезда, она... Почему такая звезда? А? Что она будет спутать. Ну вот за ней наблюдать, она пришла, кстати, вот уже эволюцию звезд прошла, вот, находится на последней стадии. Но в ближайшее время, это в ближайшие миллион лет. Мне кажется, что нашего наблюдения недостаточно, чтобы проследить всю историю. Ну, конечно, это прямо не 100%, но считается, что она может. Наша рассмотренная звезда... А есть ли процессы предвестники? Здесь? Нет, ну, вообще, процессы предвестники взрыва, или он происходит Нет. спонтанно? Он именно спонтанно происходит? Ну, мы не знаем таких. Мы не видели. Прямо до, чтобы до взрыва. Рассмотренная нами звезда, она является красным гигантом, она, ее вес составляет 25 солнечных масс, она состоит из гелиевого ядра, размер которого сравним с размером Солнца, протяженной разреженной оболочки, и сам размер ее сравним с орбитой Юпитера. А теперь мы рассмотрим начальное состояние этой предсверхновой звезды. То есть температура в центре была выбрана, температура и плотность были выбраны следующим образом. Радиус ее был равен 1030 радиусов Солнца, и основным источником энергии является тройная F-реакция. А температура и плотность были выбраны? Ну, модель звезды. Это вот сейчас модель, а до этого была звезда реальная. Да, я рассказывала про реальную звезду, которая сейчас есть, она еще не взорвалась. А, ну считайте, что она взорвется, короче. Ну, подобная звезда. Ну просто именно. Да, подобная с звезда. С такими параметрами, короче, она вполне да, может взорваться. Да, она может взорваться, и мы считаем вот такую модель. А можно уточнить, радиус как определяется? Он же там не может быть треснутым. Когда такая разреженная оболочка, то все. Ну это да, то есть 25 масс Солнца. Может, был взят вот таким образом. Ну вот как определяется разница? То есть там плотность уменьшается на следующем расстоянии, там, 10 раз или в этой оболочке заключено какое-то количество массы. Ну, вот когда-то более-менее там А последний вопрос. Значит, масса 25 солнечных и радиус какой-то орбиты Юпитера стал еще материал уже? Да. То ну нет, это, в смысле, это наша звезда. Это ваше предположение или это откуда-то взято? Ну, наша звезда, которую мы берем, она является вот красным гигантом, да, да. И ее радиус вот такой. А это же справочный материал, что радиус такой. Нет, мы взяли такую звезду, это модель нашей звезды. Хорошо. Это радиус той звезды, которая там висит. Ну да, ну а, как она. То есть они, такая звезда не одна, их много. Начальная
начальный состав звезды был взят из эволюционных расчетов. И вот этот график показывает массовую долю элементов в зависимости от массы внутри радиуса. И мы считали горение в гелиевом слое, считая, что остальные слои уже сколлапсировали. В этом мы можем видеть гелиевый слой. В нем имеются небольшие добавки. Это С12, неон-20 и немного железной группы. Эти добавки играют очень важную роль, как мы видим в дальнейшем. Извините, очень много всяких кривых. И выходит, что по осям, наверное, здесь надо что-то... Массовая доля элементов. Подробнее, в смысле, ну, чтобы было видно и сказать, вот, чего нарисовано. Массовая доля элементов в зависимости от массы внутри некоторого радиуса. Кривые показывают, какие элементы, какую вот массовую долю имеют. Вот, например, гелиевый слой, вот гелий, мы можем видеть, что почти все в звезде гелий. Массовые доли и небольшие вот совсем добавки других элементов. А что это какая-то совсем стандартная модель, да, вообще? Нет, эволюция, ну это вообще расчеты Гусли о эволюции массивных звезд. Ну значит она абсолютно вообще принята. Ну там, да. Любую массу можно сказать. Ну там есть даже специальный астрономический астрофизический код, которым можно вот задать параметры звезды, и он сообщит. Я знаю, Парсиансис это... Начальница. А? Парсиансис это... Здесь массовая доля, а здесь масса звезды внутри некоторого радиуса. Так это все-таки радиус или масса? Это масса. Радиус это вот. Там записано дерево, вот на соло. Ну как-то. А вот эти разрывы, они еще... Ну вот у вас там резко что-то. А, вот это? Ну да, там просто более масштабы изменяются. Вот это? А. Это конец цикла, что ли? То есть вот это, да, вот это, например, гелевый слой, вот такой резко. Для расчета кинетики этой звезды был рассмотрен нуклеосинтез для вот такой цепочки ядерных превращений. Здесь нуклеиды связаны всеми возможными, вот эти показанные нуклеиды связаны всеми возможными превращениями с протонами и альфа-частицами до 56-го никеля. Собственно, для расчета нуклеосинтеза мы пишем вот такие систему таких дифференциальных уравнений. Которая показывает изменение концентрации ядерной смеси. Но эти уравнения для расчетов удобнее модифицировать с помощью, вот, например, распространенности элемента, которая представляет собой соотношение числа частиц в некотором ограниченном объеме к числу нуклонов в этом же объеме. И таким образом получается вот такая система уравнений, в которую, как мы можем видеть, входит плотность и через скорости реакции входит температура. Таким образом мы получили систему, наверное, дифференциальных уравнений для температуры, плотности и концентрации всех нуклеидов. Эта система является жесткой. И для нее был построен численный алгоритм решения. Почему жесткая? Потому что скорости реакции, они могут иметь очень разные значения, и там на 10 порядках может быть разница, и обычными численными методами, то есть обычными методами, это не всегда получается решить. Поведение температуры и плотности со временем описывается гидродинамикой взрыва. И выход нуклидов, кинетика, вычислялась отдельно от этой гидродинамики с использованием записанных температуры и плотности.
каким образом это происходило в записи температуры и плотности, для этого использовался метод трейсеров. Трейсеры — это такие маркеры, их можно назвать маркерами, то есть мы следим за каждой частицей, как, то есть они, сам трейсер безмассовый, он не связан с течением гравитации или инерции. Мы следим за параметрами, за плотностью и температурой конкретной точки. Ну и, собственно, взрыв, гидродинамика взрыва моделировалась следующим образом. Несферичный взрыв, энергия 1052 Р была вложена внутрь небольшого радиуса в центре. При этом уравнение для идеального газа, цилиндрическая система координат, квадратная сетка, и очень самое важное — это распределение энергии. 50% кинетическая, 50% тепловая, при этом кинетическая энергия распределена неравномерно, а ZK как 8 к 1, что, собственно, создает нашу несферичность взрыва. Это результат расчета? Нет, это мы задаем такую модель для гидродинамики взрыва. А звезда вокруг оси вращается, да? Поэтому цилиндрическая система координат. Да. Как захотелось бы еще модель чуть-чуть условия применения. Очень много утверждений. И, собственно, результаты расчета гидродинамики можно видеть на таких картинках, можно даже... Нет, не это. В общем, мы можем здесь наблюдать ударную волну и обратную ударную волну. А реконструированная по трейсерам плотность имеет вот следующий вид. Каждые 5 точки соответствуют трейсеру. Мы видим, что он вполне соответствует предыдущему изображению плотности, которое было посчитано. И в каждой вот этой точке мы считаем нуклеосинтез. Давайте рассмотрим некоторые результаты, которые получились. Был построен детальный выход нуклидов при взрывном нуклеосинтезе. Самые важные элементы — это кальций и никель. Почему? Ну, кальций, ну, я вам еще скажу. Да. Также было измерено влияние начального состава на выход вот основных элементов. Здесь вот, если мы увеличиваем концентрацию С12 и НЕО20 наших добавок в 5 раз, то мы видим, что выход никеля и кальция увеличивается уже почти в 6 раз. Дальше еще больше увеличивается, но потом он начинает падать, потому что этих частиц не хватает для того, чтобы реакция дошла до тяжелых элементов. Было построено распределение основных нуклидов. Мы видим, что в центре получился каждым разным цветом обозначены различные элементы. Мы видим, что в центре получился никелевый пузырь, а дальше слоистая структура более легких элементов. Конечно, это антилевская задача, да? Какие там скорости? Ну вот такие. Вот это распределение как раз по скоростям. Здесь мы можем видеть, что никелевый пузырь, он движется вверх, а более легкие элементы, такие как кислород, они движутся вдоль экватора и образуют как бы торообразную структуру. На этой картинке имеются некоторые наложения, поэтому можно посмотреть на каждый элемент по отдельности. Углерод, кислород, нейлон, магний, серебряный, серый, аргон, кальций, титан и, собственно, никелевый пузырь. Почему же важен никель? Я просто перешел понимать, что значит вверх, значит, вроде вначале было все симметрично, а вверх это что значит? Нет, изначально это уже сферическое. Сферическое? Да, у меня даже работа называется. А, хорошо.
почему же важен никель? За 6 дней никель переходит в кобальт. Собственно, из-за этого мы и видим яркое свечение по несколько дней после взрыва звезды. Также никель объясняет кривые блеска сверхновых. Распад никеля определяет и кривое излучение, которое наблюдается в момент, когда вот эта расширяющаяся оболочка становится оптически тонкой. Электронные фотоны нагревают и ионизируют вещество, сбрасываемое оболочки. Ну и детальное описание химического состава необходимо для моделирования спектра излучения. Рассмотрим некоторые наблюдательные данные для сверхновой. Вот в данной работе приведен наблюдательные данные по различным сверхновым. Вот масса никеля в зависимости от массы звезды. И мы видим, что примерно вот 0,1 получается при больших массах, то есть мы получили, наблюдая, наше значение соответствует наблюдаемым значениям. Также очень интересно рассмотреть сверхновую 2008D. Это в галактике NGC-2770 происходило плановое наблюдение за сверхновой, которая уже взорвалась, 2007 UY. И в какой-то момент рядом с ней взорвалась еще одна сверхновая, и в первый раз удалось зафиксировать сам процесс взрыва. Вот мы видим, что в этот момент, это рентгеновский спектр, произошла вспышка рентгеновского излучения. Такая. Это и свидетельствует о выходе никелевого пузыря. Также для этих двух сверхновых... это рентгеновый, как бы, Ну вот никель распадается, то есть он радиоактивный, он распадается. Ну что, это бета-распад, я точно не помню. Да. А потом эти электроны как-то расцветят, да? Да. А вот 5 минут так было? Разве не 5 минут? Нет. Ну, вроде бы... Минутная вспышка вот эта, разве это от никеля? Ну, вот... Она 6 дней распадается. Нет, а она дальше, да, то есть это сам вот процесс именно взрыва, то есть она... А дальше он продолжается свечение, но в момент вспышки вот самое большое такое. То есть дальше он тоже есть, но меньше. Также для этих звуков сгустков была в дальнейшем измерена поляризация света с различных телескопов, которые находятся в различных местах Земли в различное время. И было установлено, что для сверхновой 2007 года она почти одинаковая, а для 2008 года она различается. Таким образом, из этого сделан вывод, что взрыв этой звезды произошел не сферично, собственно говоря, в нашей модели. Также проект сверхновой 2008 года, в ней был обнаружен двойной пик в линии кислорода. Этот пик был объяснен экспериментаторами торообразным пространственным распределением кислорода. Схематично это можно объяснить следующим образом. То есть вот тяжелые элементы, а это легкие элементы. То есть мы наблюдаем такой же результат, как получился в нашей модели. Таким образом, мы разработали метод, который описывает уже произошедшие взрывы и может описывать еще последующее. Спасибо. Все-таки сферичный за счет чего? Ну вот за счет гидродинамики, которая вот задается изначально. То есть так, так энергия. То есть там как бы поршень задается. Сразу вот... А из-за чего может возникнуть такое изменение? Ну, это вы задаете. Да, мы задаем. Ну, задача, что она схлопывается. Нет, вращение вокруг оси. Неустойчивость какая-нибудь. Начать. Я не хочу узнать, что это. Нет, ну, вращение вокруг оси, да, чтобы не своей личности. Ну, вообще, не всегда считать, что она не сферична, но мы решили, что будет не сферична, и получилось, что это... совпадает с наблюдением. Ну, только вопрос, как они так померили поляризацию света от сверхновой
Поэтому шефом просто экспериментатором. Если свет сохраняется на таких расстояниях, можно сохранить его в поляризацию. Но это уже вопрос, к чему будет. Ну там такие сложные процессы, конечно, что такие дистанции, в смысле, что невозможно. Он проходит через туманность какой-нибудь еще. Ну вот, собственно, для этого там было две звезды, и вот соседнюю ее использовали как калибратор. То есть вот видно, что у нее все одинаково, а у этой вот по-разному. Поэтому они решили, что вот у одной как бы так, а у другой по-другому. Я хотел еще понять гидродинамику выделения энергии в результате реакции. Вы не закладываете, правильно? Это отдельно. Модель гидродинамики, потом просто вы ее используете. Ну, гидродинамика была рассчитана моим коллегой. Константин? Нет. То есть эти два расчета, они связаны или это отдельно вообще? Ну, вообще, как бы, они производились отдельно кодом, который я разработан в Институте прикладной математики. Научными сотрудниками. И они, да, посчитали гидродинамику. А я с учетом энергии, которую вы сейчас знаете. Да. Вот такой вот, с такой энергией вложенной вот таким образом. А то, что у вас получилось с тем, что они посчитали? Нет, вот они берут, читают гидродинамику, после этого они мне дают записанные вот данные температуры и плотности, как бы трейсеры, вот этот трейсер метод. Трейсер, он нужен для связи гидродинамики и вот ядерных реакций. То есть это распространенный метод, он хорошо, почти всегда сейчас используется для соединения вот гидродинамики с нуклеосинтезом. И вот эти данные, как трейсеры, я в каждом этом трейсере считаю выход элементов, то есть по их гидродинамике. А потом вот то, что у вас получается, вы же считаете, что у вас там есть выход энергии в каждой точке, да? В соответствии с теми реакциями, которые протекают. Ну, есть, да, они считают. Если этот выход энергии поставить в их расчет, они тоже что-то должны были использовать для чего? Ну, да, да, но такой вот обратной связи у нас пока нет. Ну, все очень было интересно, но вы тоже сильно выбились из времени, и надо понимать, что, несмотря на то, что это интересно, время у вас ограничено. А вы, значит, вот как же будет выбиваться из времени, то есть из времени выбиваете, и там ничего не стоит? Именно то есть на защите из времени выпустите, это тоже ничего не стоит. Как я это заснял? Да просто вас остановят, вы будете читать, читать, потом если слайд не пропустите, ставите исключение. Никто ничего не поймет. И, естественно, если покажете, что вы хорошо начали, прямо же назад можешь купить. Просто не видно. А если все помнят, то а ты расскажи вам, То есть главное, чтобы не все все поняли, а чтобы создалось впечатление, что все все поняли, что это очень круто. Надо поэтому быстро делать. В принципе, вам оценку ставишь руководитель. Но если вы сумеете здесь доказать, что он поставил оценку хорошую, тогда вам механизм. Это надо брать с собой. Защищал. Я начну? Тема моя. Дипломной работы — это метод прямого дискретного моделирования для двухкомпонентных планов. Целью данной работы является представление метода прямого дискретного моделирования, то есть метода Монте-Карло для плазмы, состоящей из двух компонентов. Соответственно, в работе излагается идея метода, а также алгоритмы метода и результаты численных расчетов релаксации, изотропного и анизотропного начальных распределений, соответственно, явление убегающих щечков, дополнительное явление убегающих электронов. Ну, в конце работы приводится на выбор. Ну, в общем-то, много букв уже сразу. Что? Замечание, что много очень текста.
Я полностью. Зачем? Ну, просто как вступление. Ну, соответственно, план доклада – это вначале излагаются предварительные сведения, потом, собственно, сам алгоритм метода, и далее, соответственно, релаксация начальных изотропного и изотропного распределения и явление убегающих. Собственно, область моей научной деятельности – это кинетическая теория. Кинетическая теория – это изучает динамику систем с большим числом частиц и сравнительно слабым взаимодействием, то есть таких как разреженные газы и плазмы. Основным уравнением кинетической теории, наиболее известным является кинетическое уравнение Больцмана. Здесь представлено, соответственно, здесь оно описывает эволюцию функции распределения со временем в пространстве, шестимерном пространстве, то есть фазовом пространстве. Что? Омега сверта. Омега – это интеграл по двухмерному пространству, то есть углов. Это телесный угол, по сути, интеграл по телесным углам. Это по всем направлениям относительной скорости после рассеяния. А W – это интеграл по трехмерному пространству скоростей. Ну, то есть здесь в правой части проведен интеграл столкновения Больцмана. Он пятимер. Соответственно, ну, поскольку кинетическая теория считается достаточно сложной, то есть здесь приведенное уравнение, оно интегродифференциальное, нелинейное. Поэтому основной его методы – это численные методы решения. Вот. Самое главное, что это метод расщепления по физическим параметрам, то есть решается отдельно левая часть кинетического уравнения на полушаге по времени, затем отдельно решается правая часть, производная по времени. То есть слева только производная по времени, справа интеграл столкновения. Это столкновительная часть. Это можно сделать из-за того, что интеграл столкновений, он, собственно, действует только в пространстве скоростей и не влияет на пространство именно трехмерное, то есть координаты. Соответственно, непосредственно область моих интересов – это кинетическое уравнение для плазмы. Оно описывается, плазма описывается кинетическим уравнением, которое называется кинетическим уравнением Ван Далл. Оно получено из уравнения Больцмана в предположении рассеяния на малые углы. То есть, когда у нас средняя потенциальная энергия много меньше кинетической энергии. Вот. Это было выведено еще в Ван Даллу, получено в середине 30-х годов. Соответственно, получается такой интеграл столкновений. И именно это уравнение с интегралом столкновения Ландау описывает процессы столкновительные плазмы. Расщепление всегда можно сделать? Да, расщепление можно сделать. Расщепление именно по физическим параметрам, то есть по пространству координат, можно рассчитать. Соответственно, дальше мы будем рассматривать пространственно-однородную задачу, потому что это именно столкновение, то есть это расщепление, когда происходит, то возникает две задачи. Одна пространственная по координатам, и вторая в пространстве скоростей. Вот это решение интеграла столкновений. Чем, собственно, я и занимаюсь. Соответственно, здесь, опять же, приведено пространственно-однородное уравнение Больцмана. И рассеяние на малые, если преобладает рассеяние на малые углы, то можно это, как я уже сказал, интеграл столкновения Больцмана разложить в ряд по малому превращению импульса. Соответственно, первое слагаемое в этом ряду будет, если это интеграл столкновения Ландау, представить разложение. Остальные члены ряда в этом разложении отбрасываются, потому что предполагается, что
желательно получить модель плазмы, которая более простая, чем исходное уравнение Больцмана, иначе нет смысла, то есть делать это приближение. Вследствие чего, вследствие вот этого разложения и отбрасывания оставшихся слагаемых являются следующие уравнения. То есть это мы хотим сделать так, чтобы вот в этом ряду все последующие слагаемые после второго можно было пренебречь. Вот, соответственно, приведено условие. На основании этого можно сказать, в каком случае получается уравнение, кинетическое уравнение Ландау, которое действительно является следствием уравнения Больцмана. Сейчас, а вот то, что вы говорите, оно же, наверное, в учебниках? Ну, это было сказано, что необходимо некоторое предисловие. Но это уже, собственно, важно по ходу, то есть имеет отношение к последующей задаче. Да. Это все было сделано, собственно говоря, действительно, это есть в учебниках. Результаты, вот именно вот это вот разложение, это результат 70-х годов прошлого года. Соответственно, нас интересует вопрос вот, в связи с предстоящим докладом. В каком случае можно исходное уравнение Больцмана рассматривать как модель для решения кинетического уравнения Ландау? Дело в том, что методы Монте-Карло разработаны именно для кинетического уравнения Больцмана. Вот. Потому что, вообще говоря, методы типа Монте-Карло, они используются для короткодействующих потенциалов взаимодействия и для бесконечных потенциалов взаимодействия, которым является Кулонс, бесконечным радиусом взаимодействия, они дают плохой, вообще не работают, потому что в пределе бесконечного радиуса взаимодействия время между столкновениями, которое необходимо для метода Монте-Карло, оно стремится к нулю. Чтобы этого избежать, соответственно, мы будем рассматривать обратную задачу, то есть как получить такое уравнение Больцмана, которое правильно аппроксимирует решение кинетического уравнения Ландау. Исходя из написанного ряда, можно взять в кинетическом уравнении Больцмана индикатрису рассеяния, это же альфа-бета, это называется индикатриса рассеяния. Вот. Она, соответственно, равняется относительной скорости, умноженной на сечение рассеяния, как известно. И чтобы правильно получить, чтобы получить такое кинетическое уравнение Больцмана, которое правильно описывает решение кинетического уравнения, достаточно выбрать индикатрису рассеяния в таком виде. Можно видеть, что взятая в таком виде индикатриса рассеяния позволяет действительно в этом случае отбросить все члены ряда, начиная со второго, а для первого члена ряда оно дает правильное интеграль, то есть транспортное сечение, такое, как оно в кинетическом уравнении Ландау приводится. По поводу теперь полного сечения рассеяния, то есть в чем состоит основное достижение данного метода, преимущество, это в том, что получается, если взять такую индикатрису рассеяния кинетического уравнения Больцмана, полное сечение рассеяния оказывается конечным. Более того, оно оказывается константным. Хотя эпсилон – это малая величина, малый параметр, который, собственно, будет фигурировать в нашем дальнейшем изложении. Тем не менее, он для численных расчетов можно взять конечным. Соответственно, полное сечение рассеяния оказывается конечным. И применимы методы типа Монте-Карло. А все эти коллективные эффекты, которые возникают существенно из-за того, что ты надеешься? Коллективные эффекты, они возникают, когда рассматривается пространство неоднородных задач. Мы сейчас рассматриваем задачу в пространстве скоростей. То есть она трехмерна по пространству скоростей и нольмерна по пространству координат. Поэтому коллективный эффект мы здесь не рассматриваем. Это физическое уравнение Власова, собственно, описывается. Соответственно, если подставить индикатрису рассеяния в кинетическое уравнение Больцмана, то его можно преобразовать к такому виду. И в результате, после, опять же,
аксимации производной в виде конечной реальности, получить такое выражение для функции распределения на, скажем, следующем шаге по времени, то есть момент времени d плюс дельта t. Соответственно, что это выражение показывает? Оно достаточно сложное, и в наших расчетах мы его не применяли, однако оно показывает сам факт того, что возможно по функциям распределения с предыдущего момента времени получить функцию распределения в следующий момент времени. Это такая общая теория. Вот. Соответственно, скорости после рассеяния частиц, после клонства взаимодействия определяются хорошо известным способом. А главное, что здесь получается, благодаря такому выбору индикаторисы рассеяния, мы, соответственно, получаем выражение для угла рассеяния в системе центра масс, то есть угла относительной скорости после рассеяния. То есть, по сути дела, мы знаем все параметры результата столкновения. Можно еще вопрос? Да. А вот вряд ли это однозначно можно так делать, как вы делаете. Скорее всего, какая-то задача много решений. Индикаторису? Да. В смысле, да, безусловно. Как любая... будет зависеть ответ от того, как вы... Нет, ответ, ну, такого типа, то есть формы предложены. Здесь дельта-функция – это самый простейший вариант. На самом деле там есть экспоненциальные. Ну, будет какая-то разница, вот вы моделируете так или... Точно можно сказать, что разница будет в скорости счета, поскольку это быстрейший предлагаемый вариант. До этого проводились расчеты с другими, вот именно выражениями индикаторисы рассеяния. Там они не слишком сильно продвинулись, скажем так, из-за сложности задачи. Но все-таки это вопрос, потому что насколько можно доверять результатам? Нет, результаты сейчас будут сравнение с предыдущими результатами, то есть полученными другими методами, и там все сходится. А вот, соответственно, мы теперь алгоритм уже непосредственно метода Монте-Карло. На начальном этапе мы формируем распределение начальное, то есть это два, поскольку плазма двухкомпонентная, мы рассматриваем, то есть электронные ионы, соответственно, набор скоростей электронов трехмерных, набор скоростей ионов трехмерных. Начальное распределение мы брали, это изотропное или анизотропное начальное распределение, то есть когда, скажем, в начале модуль скорости задан, а угол, ну, в сферических координатах, я потом графики представлю, как это выглядит. То есть можно себе представить, с углом равным нулю. Вот. Соответственно, для задачи релаксации, здесь еще релаксация, когда нет внешних полей, можно сказать, что у нас суммарный ток для двух компонентов равен нулю, и энергия начальная, она тоже сохраняется. Собственно говоря, одно из отличий метода Монте-Карло, в отличие от конечной равности методов, которые на данный момент наиболее развиты для решения уравнения Ландау, состоит в том, что здесь, по крайней мере, в отсутствии внешних сил, когда должно быть, выполнены все законы сохранения. То есть закон сохранения числа частиц, закон сохранения импульса и закон сохранения энергии. Для разностных схем этого достичь удается с большим трудом, то есть это нужно правильно записывать в уравнение, и правильно аппроксимировать его конечными разностями. И впоследствии там, ну, по крайней мере, это задача надолго, именно вот сама аппроксимация уравнения так, чтобы она удовлетворяла трем законам сохранения. Сейчас можно сказать, что для одномерного в пространстве скоростей случая, то есть когда изотропно берется уравнение, там удалось достичь этого, для двухмерного с цилиндрической симметрией этого удалось достичь. А для трехмерного случая, который здесь будет излагаться, соответственно, это сложная задача, и она пока что общепризнанных таких результатов для трехмерного случая нет. Но опять же, по мере роста вычислительных возможностей компьютера, конечно же, все это рано или поздно станет возможным. Вот. Соответственно, шаг по времени выбирается следующим образом. Вот. Здесь лямбда и каппа – это параметры, они произвольные. Положительные числа, которые мы ввели еще в индикаторе России, и они позволяют ускорить счет. То есть, в принципе, это числа, их можно задать единицами, например, или чем-то другим. Вот. Ну, собственно, это тоже так.
делается. Вот. Соответственно, алгоритм столкновения на каждом шаре мы задаем вероятности столкновения электрон-электронного, электрон-ионного и ион-ионного, как представлено здесь, это для двух компонентов плазмы. Суммарно полагаем, что эта вероятность будет равна единице, то есть какое-то столкновение обязательно происходит. У нас, собственно говоря, можно было взять и другой шаг по времени, меньший шаг, но тогда было бы возможно, что за шаг по времени никакого столкновения вообще не происходит. Здесь же, поскольку шаг фиксирован, вот, соответственно, за этот шаг обязательно произойдет одно столкновение. Нет, это не такой, именно такой шаг, за который происходит именно одно столкновение. То есть, если засчитать с большим шагом, то там, да, возможно, несколько столкновений. То есть этот шаг определяется из каких-то параметров? Да. Этот шаг получается непосредственно при выводе метода из, собственно, с помощью кинетических параметров. Соответственно, затем определяются сорта сталкивающихся частиц с этими вероятностями, то есть с помощью случайных чисел, равномерно распределенных от 0 до 1. Вот тут представлен такой схематичный вариант того, как это происходит. То есть берется случайное число, просто так, равномерно распределенное от 0 до 1. Соответственно, этот отрезок делится по величине вероятности, они тоже в сумме дают 1, получается, при генерации этого случайного числа определяется, какое именно столкновение имело место. Дальше определяются непосредственные номера сталкивающихся частиц вот из того набора, который я говорил в начальных условиях. И дальше происходит непосредственное столкновение, то есть по тем формулам, которые я приводил раньше, ну, собственно, сейчас тоже приведу. Единственное, что хотелось бы отметить, что вот эти вот вероятности, они могут задаваться любым способом. То есть лямбда и капа, как я сказал, должны быть положительные числа, действительные, соответственно. А какие они будут, это уже будет определять, насколько быстро будет считаться метод. Соответственно, желательно было бы, чтобы они были как можно меньше, но практика показывает, тоже приведено в дипломе, что есть определенные минимальные значения для лямбды и капа, ну, собственно, они вот здесь представлены, и меньшее уменьшение параметров далее не дает уже желаемого результата, то есть ускорение не происходит. Вот. А, соответственно, вероятности, вот, они тоже определяются этими параметрами. И что можно сказать, что если взять лямбда каппа, скажем, равными единице, вот такой простой случай, то получится, что у нас вероятности, соответственно, электрон-электронного это 1/4, электрон-ионного 1/2, ион-ионного 1/4. Это такая математическая модель. Это одинаковое число, да, электронных ионов? Могут быть в зависимости от того, какой заряд йона. Данным показывает то, что эта вероятность должна как-то с концентрацией связана. Да, для это именно так, но пока рассматривается случай, когда ионы однозарядные, то есть заряд единица, но с плюсом, соответственно, с плюсом. Вот. И можно использовать, например, более физически, то есть это математический такой выбор параметров, позволяет на математическом уровне строгости. С математической логикой считать столкновение, ну, то есть вероятность. А для физических параметров более адекватно это такой выбор лямбда кап. Соответственно, если подставить эти выражения вероятности, то получится, что вероятность ионных столкновений в корень из отношения масс меньше, чем, соответственно, электронных, что, собственно, на практике имеет место быть. Ну, дальше приводятся правила преобразования скоростей. Я не буду на этом подробно останавливаться, скажу лишь только, что, как я уже говорил, у нас известная, соответственно, относительная скорость до столкновения. Мы можем определить угол рассеяния в системе центра масс, определить, соответственно, относительную скорость после столкновения. Ну, а дальше дело техники перейти в исходную систему координат. То есть это здесь вот на картинке показано, угол это, угол между направлением скорости относительной до рассеяния и направлением скорости относительной после.
Вот, соответственно, в штрихованных системах координат. Если перейти в нештрихованные, то получится вот эти вот выражения для скоростей. Сколько у вас частиц считается? Ну, что? Сколько у вас частиц считается? Сколько угодно. Зависит только от того, сколько это будет продолжительность. Вот, да, сколько считается. Потому что число столкновений, там оно растет квадратное число частиц. Ну, как сказать? А, или нет? Растет, я сказать не могу, но число, сколько число частиц, такое распространенное достаточно, это тысяча для двухкомпонентной задачи. Для одного сорта частиц, когда алгоритм прорабатывался, там и до миллиона, и больше он доходил. То есть сколько просто... Какого у вас порядка в итоге сечения-то получаются, которыми вот заменяете реальные? Ну, то есть у вас вот основная идея, что вы как бы конечное сечение, да, получаете? Вот, какого? Полное сечение, конечно. Да, да, те полные сечения, как, с которыми вы работаете, они какого порядка? Ну, вообще говоря, они получаются единицы, порядка единицы на эпсилон. Если эпсилон берет, скажем, как мы берем, одну сотую, да, то есть это параметр массы, получается, порядка сотую. То есть сечения большие, и, в принципе... Да, сечения большие, поскольку потенциал-то взаимодействия бесконечный. Вообще говоря, строгая, это бесконечность. И расходимости возникают все эти. Но из-за этого не могут там все-таки при этом небинарные столкновения, как большой уровень. Ну, вообще говоря, кинетические уравнения получаются, собственно, когда их выводят из уравнения Лонжере, да, они получаются в приближении парных столкновений. То есть парные столкновения закладываются в кинетическое уравнение Ландау уже сами по себе. Здесь они именно чисто парные столкновения происходят, то есть не парных столкновений быть не может, опять же, поскольку берется все-таки большое число частиц, и предполагается, что на каждом шаге по времени вероятность того, что одна и та же частица дважды, вы это имеете в виду, да? Я имею в виду, что этот метод может при каких-то концентрациях этих конфуров применим, или он все универсально, абсолютно. Вообще говоря, число частиц должно быть большим, то есть порядка много больше единицы, скажем так. Насколько много больше? Это может быть и 100, может быть и 1000 и так далее. Вот. А температура, ну вообще говоря, по температурам пока больше. Число частиц должно быть где-то, наверное, не просто так больше. Ну что значит большое? Чтобы на каждом шаге по времени мы могли говорить о том, что у нас одна и та же частица не взаимодействует дважды. Вот, то есть, чтобы исключить как раз вот эти непарные столкновения. Но вы шаг по времени при этом можете изменить? Да? Шаг по времени, он привязан к числу частиц, то есть там единица на n стоит. Поэтому это мини-шаг по времени. Не физический, а именно вот, который используется в коде. На самом деле физическое время, оно как раз просто пропорционально шаг по времени, который нормируется на электронное время столкновения, оно пропорционально эпсилон. То есть это, как сказать, не есть физический шаг, а есть модельный шаг математический, который метод используется. И в физический шаг входит много модельных шагов, то есть как раз порядка n. Я ответил? Не знаю. У меня вопросы остались, я, может, потом вас... Давайте дойдёмте. Ну, да, до такого включения дойдёмте. Ну, соответственно, там были еще для электронных ионных и ион-ионных, соответственно, ну, теперь уже чистыми результатами. Это релаксация к равновесию для двух сортов частиц, вначале изотропно. Для проверки, собственно, вот вопрос был о том, насколько метод соответствует реальности, вообще говоря. Ну, вначале коротко о параметрах, то есть это число электронных ионов, дальше параметр эпсилон, характеризующий малую спиральную рассеянность, поскольку мы именно рассматриваем модель с малыми углами рассеяния. Количество расчетов для метода Монте-Карло, поскольку происходит усреднение по результату, это по некоторому количеству расчетов. Ну и отношение масс электронов к ионам и начальные температуры электронов и ионов. Надо сказать, что метод Монте-Карло он более подходит для более достоверных получаются результаты, если брать именно моменты функции распределения.
определение. То есть для макрохарактеристик плазмы или газа микрохарактеристики он, конечно, улавливает хуже. Поэтому он, его область применения, ну, с позиции удобства, это, конечно же, моменты функции распределения. Вот, собственно, можно видеть, как они получаются в численных расчетах, то есть как считаются те или иные моменты функции распределения. Ну, дальше уже, собственно, сами результаты. Вот здесь представлены результаты релаксации.